Хорошо. Одно дело ходить, другое дело исполнять законы Христа. Кто такой Иисус Христос, слышали? Кто такой? Сын Божий, да. Ну, у нас есть Евангелие, вам не требуется, да? Давай. Вот, посмотрите, может, у вас интернет есть? Нет, интернета нет. Ну, с Богом, да. Читать, на группу сидеть там. Да. Сегодня у нас 29 ноября 2015 года. Мы находимся в Барнаул, город Барнаул. Площадь Спартака. Братья раздают Евангелие, повесить на нашем православном сайте и канал на Ютубе. Молодым еще предлагаю визитки сразу. Может, он Евангелие не возьмет, а визитки не возьмет. Да. Давно.
соблюдаете? Да. Стараемся. Надо не стараться, надо соблюдать. Молоко в мясо не вкушайте. Это не то надо. Мои гости. Это Святой Евангелие. Крупный сыр. Возьмите. Подарок. У вас интернет есть? Интернетом пользуетесь? Это наш сайт. Форум. Это да. Так и взяли, да? Ну, слава Богу, такой помощник взять. Вот, смотри. Либо вот в Англии это сказано. Не сложно, что в Англии. В Англии это сказано. Православный сайт. Это в Англии это сказано. Сергей! Попробуйте. Надо не убирать.
рыжие. Среду и пятницу после еды. 6 часов по месту.